Всем привет, и с вами снова я, Ардейс. И в сегодняшнем видео хочу показать вам такой способ, как проходить акции. Он похож на уже известного, но чуть-чуть по-другому работает. Вот, заходите в игру, вот, смотрите. Так, выходим. Для этого способа нам нужно выйти из игры. Выходим из игры полностью, чтобы все сработало. Выключаем интернет. Он у меня уже выключен. Я подготовилась и заново заходим в игру. Этот способ очень надежный. Я использую его почти год. Вот сколько играю, вот столько и использую. Он очень хороший, очень помогает. Не тратит время зря. Вот. У нас тут было 1 час 20 минут и стало 1 час 51 минут. То есть, что это означает? То, что вы можете продлевать время акции, не тратя камни. То есть вот сегодня 13 августа, акция должна закончиться завтра вечером. И если вы будете заходить в игру без интернета, то вы можете продлить игру. То есть еще раз объясняю понятнее. Когда у вас остается 1 день, или лучше 2 дня, но если поменьше, если вы не успели, то тоже ничего страшного. Когда у вас осталось 2 дня, вы выключаете интернет, когда заходите в игру. Каждый раз, когда вы заходите, у вас пока еще будет работать. Вы несколько раз заходите в игру без интернета, и вот. И тогда происходит такой баг, который увеличивает время в игре. Это работает не так, чтобы зашел, вышел, нет. Когда остается 2 дня, вы начинаете заходить в игру. Каждый раз, когда вы заходите в игру, чтобы собрать монетки, вы заходите в игру с выключенным интернетом. И когда и через день, смотря как часто вы заходите, и через некоторое время, тогда вот у вас произойдет вот такой вот баг. Если вы хотите, чтобы все было как обычно, то включите просто интернет и перезайдите в игру. Единственный минус, так вы вряд ли можете собирать магазины, если только вы не будете перезаходить в игру. То есть вы видите, но не полностью. Сейчас покажу. Вот эти монетки я пока не буду собирать. Еще один небольшой минус. В сообщество, естественно, вам призы не дадут, но играть тоже не получится. Но если вы купите за камни, то получится. И тут, естественно, даже когда вы, например, продлеваете там за камни, то тогда в сообщество играть нельзя. Тут можно, только потратив некоторые камешки. Магазины тоже собрать нельзя. Групповые задания тоже. Сразу говорю, какие минусы, но думаю, это мелочи, у вас получится все. Хотя все это можно и исправить. Сейчас у нас 77 наберется. Вот у нас набралось. Выходим из игры, но не полностью. А теперь заходим обратно. По сути, у вас, так
создать монетки должна остаться. Ну, это смотря как вам повезет. Если не повезет, то сори, сорян, не получится. Так. А вот. Ну, короче, монетки у вас остаются, когда вы перезаходите не полностью. У вас монетки и магазины остаются. То есть, благодаря этому способу вы не будете так тратиться. Хотя вот это вот увеличивается, как бы вы ни старались. Вот такой вот классный способ. У него есть еще много плюсов, которые я расскажу чуть попозже в следующем видео, которое выйдет очень скоро. Надеюсь, этот способ вам очень поможет. Продлить игру, потому что вы знаете, что акции обычно заканчиваются в понедельник, и у нас есть, ну, еще вторник, среда, четверг может выйти акция, может нет, ну, 3-4 дня у нас, короче, есть, которые мы, ну, просто тратим зря. Хотя, если таким вот способом, тогда вы сможете накопить много магических монеточек и пройти игру. Ну, чтобы наверняка там получить все монетки, лучше не выходить из игры и вот так поставить. Ну, например, ну, ночью, когда вы засыпаете, можете поставить автоклик. Хотя, если вы не хотите, то, ну, просто заходите и чуть-чуть оставайтесь в игре, что ли. Надеюсь, этот способ вам понравился. До встречи в следующем видео. Вот мой код дружбы, кстати. Чтобы вы потом не спрашивали. Ну и пока.